Не так давно сотрудники школы Северной Калифорнии, США, услышали странные звуки с потолка в одном из кабинетов. Они сразу поняли, что звуки идут из вентиляционной трубы, и, прислушавшись, узнали, что это жалобный кошачий писк. Люди в кабинете сразу решили спасти бедняк, которые застряли в трубе. Когда мы услышали звуки, мы тут же проверили вентиляционное отверстие и увидели пару котят снаружи. Мы стали думать, как вытащить их из трубы, и попросили помощи наших механиков, рассказывает один из преподавателей. В тот же день они обнаружили маму-кошку на территории школы и решили как можно скорее воссоединить семью. С помощью механиков удалось вытащить из трубы трех маленьких котят. Однако, через некоторое время после спасения сотрудники продолжали слышать мяуканье. Они сами залезли туда и вытащили еще двух котят. Наконец, все малыши были в сборе. Малыши были очень голодными и громко пищали. Сотрудники накормили и напоили крох, а на следующий день воссоединили с мамочкой. О кошачьей семье сообщили в местные приюты, и скоро для них подыщут передержку. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.